Здравствуйте. Но здесь должен так, Слава должен вступить Слава, сразу. Да. Что... Так, а все. Я ничего, а что мне говорят? Я кнопку натиснул и все. А, нет, ну все. Тебе может быть интересно, как зовут даму. Потому что понятно, что это я явно все не для нас было Сережа, сейчас. Сережа, я потом познакомлюсь. Вы откуда? Я из Азербайджана, Баку. А. Как вас зовут? Диляра. Диляра, очень приятно, Дилярочка. Но смотрите, я скажу правду. Мне очень сложно слушать мои песни, когда их кто-то другой поет, по разным причинам. И мне не понравилось, как вы спели. Не понравилось? Нет. Вот не понравилось. Вот знаете, что мне понравилось? Мне понравился ваш тембр голоса, который услышал в самом конце. И я подумал, что все, что вот вы спели, вот это вот петь не надо. Вот так вот. Но я вот услышал, что у вас есть что-то в голосе. Может быть, это сделает вас большой певицей. Вот я попробую это найти вас. Спасибо. Я как у вас теперь уже ваш тренер, я так понимаю, никто не повернулся. Я вас, ну, в пух и в прах могу раскритиковать за эту песню. Все неправильно было сделано, не надо было делать так, но мы с вами потом об этом поговорим. Спасибо. Надеюсь, спасибо. Что все останутся целы. Это единственная песня, которую на украинском я знаю и которую я вам сейчас подпевал. Скажу честно. Мне не совсем понравилось действительно это прочтение, но я рад, что Слава на последних нотах смог разглядеть что-то, что не смогли разглядеть мы. Мне очень будет интересно посмотреть, что же он с вами сделает и как он вас слепит. Готовьтесь, жалеть он вас не будет. Я всю песню смотрела на вас. На меня? Да. Я же не видела Диляру. Каждый из вас нашел для себя что-то новое, неповторимое. То, что хотелось услышать. Поздравляю вас. Спасибо большое. Ну, я хочу сказать вам большое спасибо, что вы приехали с Азербайджана и поете на украинском языке. Спасибо вам огромное. И мне было сложно, конечно, судить эту песню, потому что, во-первых, автор сидит возле нас, да, с нами присутствует. И большое спасибо ему за эту потрясающую песню. Песню, спасибо, да. Слава. Это, спасибо. Я считаю, спасибо. Что одна из твоих самых лучших песен. Их у тебя много. Но это моя любимая лично. Мы вас поздравляем, безумно рады, что вы сегодня попали в команду Славы. Спасибо. Вы можете вот спеть что-то свое народное? Хотя бы куплетик. Я могу сейчас исполнить. Да, можете? Пожалуйста. Bu sevda ne sevdadır, aynen önürsün sarı gelin. Aman neynim aman aman, neynim aman aman sarı gelin. Спасибо большое. Молодец. Спасибо. Дайте его за руку. Спасибо. Вот это то, что ты услышал. Вот кого я ищу на голосе. Ура! Приехала и отримала перемогу, и любимого Корсика. Это что? Это любимый. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.